Знаете, все говорят, что надо начинать с себя. Типа, чтобы изменить мир, измени себя, инвестируй в саморазвитие, вкладывай в себя и так далее. А как это делать? Куда отнести денег, чтобы измениться по щелчку пальца? Кто не понял, тот поймет. С чего начать? Где этот волшебный конкретный алгоритм действий? Задаешься этими же вопросами? Тогда смотри это видео до конца, я дам тебе подробный чек-лист. С чего стоит начать свой путь? Путь, который приведет вас в любую точку, в которую только захотите. Сколько бы лет вам ни было, у вас все получится. Кстати, напишите в комментариях, сколько вам лет. Мне 24 на данный момент. Это видео будет не очень длинным, точнее, очень коротким, я думаю. Потому что я решила прям вот четко вам дать алгоритм действий. Естественно, в дальнейшем мы будем это все разжевывать, но пока слушайте. Что если я вам скажу, что за полгода ваш доход может увеличиться в 10 раз? Не может быть. И это зависит только от того, прислушаетесь вы сегодня к моим советам или нет. А давайте попробуем небольшой челлендж. У тех людей, у которых за полгода все получится, которые начнут больше зарабатывать, в общем, достигнут своих целей, я придумаю какое-то вознаграждение. Это будет дополнительной мотивацией для вас. Так, давайте перейдем к самому алгоритму. Первое, что я всегда советую всем и вся, просто родственникам, друзьям, чужим людям, вообще людям в метро, посмотрите фильм «Секрет». Даже если вы его уже смотрели 10 раз, посмотрите, вспомните. Отключитесь от всего мира, включите компьютер, телевизор, что угодно, любой гаджет, и пересмотрите этот чертов фильм. Это первая, я бы даже сказала, самая важная ступень. Вы должны верить во все, что в нем говорится. Ну, по крайней мере, это по моему опыту. У 100% людей, которые живут по принципам фильма «Секрет», у них все получается. Ну, а просто с другими людьми я не общаюсь, поэтому не знаю. Есть очень много скептиков. Второй шаг. Первые 5 книг, которые на какой-то промежуток времени станут вашими лучшими друзьями. 7 навыков высокоэффективных людей. «Магия утра», «Самый богатый человек в Вавилоне», вот здесь я прям выделю эту книгу, это очень круто, финансовая грамотность ваша будет более прокачанная. «Думай богатей» и «Выйди из зоны комфорта». 5 книг, которые вы прям обязаны перечитать, прожить, прочувствовать от первого символа и до последнего. Если что-то непонятно, перечитывайте 10, 20, 30 раз, сколько потребуется, но обязательно перечитайте эти 5 книг. И действуйте по жизни, как там говорится. Вот представьте, что вы только что родились, и вот эти 5 книг должны стать вашей идеологией, вашим спутником и вашим лучшим другом, мамой, папой и так далее. А если вы как-то скептически относитесь, вы просто на 10 секунд представьте, как вы можете сидеть в своем пентхаусе, не знаю, в Дубае, смотреть на океан, на море, я не знаю, что там, на красивые тачки, кататься на Феррари и вспоминать с улыбкой, как вы скептически отнеслись к моим словам сейчас. А те, кто прислушивается к каждому слову, которое я говорю в этом видео, обязательно достигнут своих целей, обязательно станут финансово независимыми, миллионерами, миллиардерами и так далее. Это мои мысли, прям искренние мысли, в которые я верю, которые могут превратиться в реальность, грубо говоря, здесь и сейчас. Каждому из вас сейчас дается офигительный просто шанс. Третий шаг. Начинаем переходить к вашему предназначению в жизни. Теперь, после того, как я надеюсь, что вы полностью прошли первые 2 ступени, у вас уже достаточно знаний и навыков, чтобы ответить на несколько вопросов. Для чего мне все это? Что мною движет? Кем я хочу быть? Как выглядит моя идеальная жизнь? На эту ступень, скорее всего, у вас уйдет больше всего времени, но это тоже одна из самых важных ступеней. Напишите ответ на все эти 4 вопроса на листочке, перечитайте вечером, перечитайте с утра, перечитайте через неделю, что-то поправьте, обязательно проработайте, то есть нельзя просто быстро сейчас вот поставить видео на паузу, ответить и сказать, все, я готов дальше, нет, это так не работает, обязательно записали и давайте поставим месяц. То есть за месяц вы должны четко проработать эти вопросы и шагать уже дальше. Именно эта ступень может сейчас оказаться для кого-то супер скользкой, и вы просто упадете со всего вашего пути к успеху и так далее. А для кого-то она окажется сверхскоростным лифтом вверх. И самое, что мне больше всего нравится в этом всем, то что это все зависит от вас. 4-я ступень. Исходя из 3-й ступени, начинайте действовать, начинайте приобретать навыки, чем вы хотите заниматься. Обучаться в той сфере, в которой вы хотите, кем вы хотите стать. Я тут не могу это все предугадать, поэтому эта ступень, она простая и лаконична. Просто действуй. Все.
пятая ступень, которая уже чуть ли не перерастает в длиннющую просто финишную прямую, прорабатывайте, самосовершенствуйтесь. Я вам чуть позже запишу видео о 30 своих любимых книгах. Читайте, находите новое окружение, становитесь профессионалом, все больше и больше узнавайте ежедневно. Пробуйте новые хобби, новые дела. Помните, что человеческие возможности безграничны. Просто действуйте, действуйте и действуйте. Именно вот эта вот пятая ступень, она и называется жизнь. Она и называется то, что вас будет окружать. Неплохо. Вот такой чек-лист у меня для вас получился. Я надеюсь, что это видео перевернет в корне вашу жизнь. Ну, конечно же, если вас эта жизнь не устраивает. Если устраивает, то все оставляйте как есть. Я надеюсь, что вы прислушаетесь к моим советам, что вы начнете действовать, достигать. Я всегда многим подписчикам помогаю и советом, и какими-то серьезными подсказками. Тем подписчикам, которые действительно этого хотят, которые прям вот бегут к своим целям. Поэтому если у вас есть, может быть, какие-то вопросы, может, вас надо подбодрить, напишите об этом в комментариях, я постараюсь вам ответить. Все, всем хорошего настроения, всем огромного профита, всем пока!